Делегация из Чувашии отправилась с официальным визитом в Мурманскую область. 18 марта глава республики Михаил Игнатьев проведет ряд рабочих встреч. В самом крайнем регионе страны уже находится наша съемочная группа. Подробности по телефону у Дмитрия Ковалева. Здравствуйте, коллеги! В это воскресенье в стране отмечают День моряка-подводника. Главные торжества развернулись в Мурманской области. В столицу региона сегодня с праздничной программой приехали и творческие коллективы Чувашской республики. Они дают концерты военнослужащим и землякам. Ну а 18 марта в Мурманск прилетит и глава Чувашии. Рабочая программа у Михаила Игнатьева довольно насыщенная. Он проведет переговоры с первым заместителем губернатора региона Алексеем Тюкавиным. Ожидается, что будет подписано соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической и культурной областях. Также Михаил Игнатьев посетит город Полярный, где базируется Северный флот страны. Здесь он встретится с моряками, проходящими службу на военном тральщике «Ядрин», носящем имя славного города республики. Подробности расскажем в понедельник в программе «Республика».